Всем привет, дорогие зрители! Нахожусь я сейчас в начале района Кестель. Снимаю с балкона квартиры 3 плюс 1. Видовая. Видно крепость Алании, на море. Этот вид у вас никогда не закроется. Продается четырехкомнатная, двухэтажная квартира, похожа на тип виллы. В этом проекте 8 квартир. Такой вот балкончик у нас. Сильный ветер есть. Вид на горы. Открытый бассейн. Открытая парковка снаружи. И ухоженный сад. Так. Можно застеклить, будет еще одна комната. Но не советую, потому что летом здесь очень хорошо. Расстояние до речки Дим у нас 150 метров. Расстояние до песчаного пляжа в районе Тосмор 210 метров максимум. Максимум, может быть, даже 170 метров отсюда. Я вижу машины, как проезжает. Вы тоже, наверное, видите. Вот. За этим мостом у нас песчаный пляж района Тосмур. Так, идемте дальше. Квартира продается под ключ по очень хорошей цене. Кто ищет именно такого типа двери, покажу, как закрываются. Вот так. Кто ищет такого типа квартиру, виллу или... Вот она похожая на виллу и квартира, два в одном. Очень хороший ремонт. Хозяин не хотел продавать, так как у него была большая собачка, как мне сказали. Соседи попросили его переехать, культурно говоря. Подавали в суд на него, и он вынужден продать эту квартиру. Здесь у нас встроенный камин. О, о, кайф. Так, отсюда также есть вид на крепость Алании и на море. Здесь у нас 180 квадратных метров брутто, 160 квадратных метров жилая площадь. Отдельная кухня. Огромная, скажем, не маленькая, столовая часть. Также есть отсюда выход в балкон. Бытовая техника Siemens. Вот такой красивый гранит. У нас моечка акриловая. Фирмы Франки. Все с доводчиками. Хозяин все делал для себя как надо. Индукционная плита. А то бы он не переехал бы, как мне сказал. Шкафчик интересный. Интересно, это мрамор? Да. Мрамор. Итак. Здесь у нас прихожая, две двери, одна со второго этажа, одна с первого этажа. Также есть маленький садик. Санузел без душевой кабинки. Первый санузел. Вот какие хорошие стройматериалы и ручки. Здесь встроенный шкаф. Вход верхнего этажа. На этаже две квартиры. Здесь по лестникам надо подниматься. Тут красят все здание. Вот, фасад, видите, как красивый. Рядом есть мечеть. Там открытая парковка. Спускаюсь я вниз. Итак, здесь у нас огромная ванная комната.
И прачечная, и сушилка фирмы Bosch. Угу. Сделал он себе типа турецкий хамам. Ну, душевая. Ну, красиво как. Стиральная машинка фирмы Samsung. Вот. Начнем с этой комнаты. Так, у нас первая спальня. Первая спальня, она просторная. Кондиционер фирмы Электро, старенькая. Нам нужно поменять на инверторную. Отсюда вид у нас на бассейн и на горы. Так. Покажем здесь. Это вторая спальня. У нас еще балкончик большой. Квартирка просторная. Именно мне очень она понравилась. Ламинат тоже выбран, цвет очень хороший, это дерево. Окраска, вот дизайн. Все под цвет. Потолки тоже красивые узоры. И вот у нас три спальни на нижнем этаже. Сами можете поменять планировку. У нас со всех спален есть выход к балкону. Вот здесь у нас застекленный балкон. Вот как красиво. Ротанга. И покажу я вам выход к садику. Это общего пользования. Можете собирать фрукты, апельсин, лимон, то, что есть. Снизу даже есть кладовочка. И вот фасад всего здания. Айдат здесь 400 евро годовых. В год один раз платите. Так. Что здесь еще есть? Здесь также проход к другому блоку. Ага. Вот у нас это первый вход. С улицы можно. Там есть уклон где-то 30 метров вниз. И также у нас ход с этой стороны, прямой. Можно подъехать с машиной и подняться в квартиру. Так, все показал. Дерево авокадо тоже покажу. Вот здесь беседка у нас. Парк. Детская игровая площадка. Покажем дорогу вам еще, как спуститься туда. Но я пройдусь по лесам, по горам. И вот отсюда маленький спуск вниз. Рядом есть магазины. Открыли недавно BIM, сеть магазинов здесь. 30 метров расстояние отсюда. Так, дорогие зрители, цена этой квартиры 180 тысяч евро с мебелью и бытовой техникой. Звоните по номеру WhatsApp, Telegram, Viber. Плюс 90-555-064-91-10. С вами был Агасий, Солнечный Алании, район Кестель. Всем желаю радости, добра, здоровья. Всем пока-пока.